Если вы любите вкусные блинчики, то этот рецепт явно для вас. Для блинчиков нам нужно 2 стакана молока, 3 столовых ложки сахара, 200 грамм муки, 2 яйца и щепотка соли. 1 стакан молока, это 220 миллилитров, ставим на огонь. Взбиваем яйца, соль, сахар и добавляем 1 стакан молока. Добавляем 200 грамм муки. Кипящее молоко заливаем в нашу блинную смесь. Быстро все перемешиваем, чтобы заварилась мука. Вот такое блинное тесто у нас получилось. Разогретую сковороду смажьте маслом, у меня сливочное. Блинчики по этому рецепту получаются тонкими, эластичными и ту самую дырочку.